Вот, ребята, саженцы лаврового листа, который я в прошлом году посадил. Вот, смотрите, из семян. Вот семян здесь много, вот они. Вот они, все у меня выросли. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В общем, все. Я вот так сажаю. Вот не беру вот так вот пальцем. Вот она семена, да, вот они, семена лежат. А что они будут пропадать, гнит? Вот так делаю. Потом ко мне приезжают друзья. Им горшочки, росточек вот этого лаврового листа. И в Сибири растет, и везде растет, около окна. Вот я делаю вот так вот. Вот они, семена, смотрите, зачем они пропадать будут? Нельзя, чтобы они пропали. Вот беру вот так вот, и у меня целая маленькая плантация, понимаете? Ничего не должно пропадать. Моя мама говорила всегда: сынок, если семена видишь, лежит и топчут, возьми его, посади. Что я и делаю. Потом у меня тут очень много, у меня забирают, потом приходят. Даже сами турки, ребята, они говорят: ты, говорит, сам, я здесь очень много вырастил. Вот эти все семена я буду сажать. Все это. Вот смотрите, как я, они за год выросли. Вот в прошлом году я их посадил. Вот они. Уже пойдут в рост. Вот. А семян много, еще даже на дереве много. Смотрите, на дереве еще очень много. Вот они. Вот такие не надо сажать, они даже не падают. Вот если такие посадить, они не так быстро, это не так растут, не так растут. Еще одну площадку для саженцев я подготовил, вот он. У меня вот эта чистая площадочка. Вот здесь у меня будут полностью саженцы оливковые. Оливковые и лаврового листа. Вот. Оливки я уже посадил туда, они уже будут расти, сейчас поднимутся. Здесь у меня будет это. Вот. Также буду уходить. Отсюда вот такие саженцы с собой возьму, вот они, у меня они будут. Их очень много у меня, смотрите, они все выросли. Вот так, гранаты потом надо стричь. Гранаты слишком это разрослись, надо их стрижки делать. Стрижки на кончиках, вот наверху, по бокам, везде. И тогда они компактны получаются, и урожай большой. Вот, чеканка называется у нас, чеканка. Но кто на Востоке жил, знает, что такое чеканка. Хлопок даже чеканку не делаешь, она урожай не дает. Она в рост будет идти, а ни одной коробочки не будет. Так же и любые это самое. Вот так вот.